Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Как говорят профессионалы, самые главные болезни вишни – это монилиоз и кокомикоз. Монилиоз – это опасное грибковое заболевание, поражающее многие сорта вишни, а также персики, сливу, алычу и черешню. А кокомикоз вишни – эта болезнь имеет грибковое происхождение. Она вызывает преждевременное опадание листьев и снижает защитные функции деревьев в разы, вследствие чего урожай уменьшается в несколько раз. Операции по уничтожению спор болезнетворных грибков новички начинают при возникновении болезни, а опытные садоводы проводят предупреждающую весеннюю обработку. Тут на помощь садоводам приходит обработка растений растворами любого медсодержащего препарата. Это может быть скор, хорус, хом, оксихом, бордоская жидкость и сам медный купорос. До распускания почек рекомендовано обработать 3% смесью медного купороса. Для этого на 10 литров воды возьмите 300 граммов препарата. 1% раствором бордоской жидкости допускается обработка по листу непосредственно при возникновении этих болезней. Но рекомендуется не более 3 таких обработок за сезон. И обязательно за 30 дней до сбора урожая осуществить последнее опрыскивание. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!